переведено и озвучено каналом Translated History. Весна 1125 года. После двух десятилетий войн и восстаний король Англии Генрих Буклер смог сохранить власть над своими английскими и нормандскими владениями, отбив даже французские притязания на континенте. Однако, после смерти его единственного законного сына, главной заботой короля Генриха было сохранение династии. Для этого он мог либо объявить одного из своих родственников преемником, либо сделать нового наследника. Последнее казалось самым безопасным и простым решением, но, несмотря на все усилия Генриха, его молодая королева не смогла родить ему сына. Не имея другого выбора, английский король начал искать наследника среди своей многочисленной семьи. Все кандидаты были не случайными фигурами, но ни один из них не был достаточно хорош для придирчивого монарха. Несомненно, это было трудное решение, поскольку на карту было поставлено все. Но прежде чем король принял решение, до его двора дошло неожиданное известие. Император Священной Римской империи умер от рака в возрасте 40 лет, не оставив наследника. И по стечению обстоятельств женой императора была Матильда, 24-летняя дочь короля Генриха. После смерти ее мужа она стала лучшей кандидатурой на английский трон. Смелая идея короля о том, чтобы после его смерти правила королева, была слишком инновационной для северо-западной Европы. Знать была сильно ошарашена такой идеей и со скепсисом отнеслась к задумке монарха. Поэтому Генрих несколько раз заставлял своих вассалов давать клятву верности Матильде, как законной наследнице и будущей королеве Англии. Также английский король стремился возродить союз с могущественным Фульком Анжуйским, который закончился после трагической смерти наследника Генриха, Уильяма Аделина, несколькими годами ранее. Поэтому брак Матильды со старшим сыном Фулька не заставил себя долго ждать. Союз снова был заключен, но он не принес Матильде большой популярности среди англо-нормандской знати, которая традиционно поддерживала довольно враждебные отношения со своими южными соседями и никогда по-настоящему не принимала молодого мужа Матильды Анжуйца. В результате пара не получила никакой значимой поддержки в Англии и Нормандии, поэтому на протяжении всех 1130-х годов они сосредоточили большую часть своей политической деятельности в Анжу. Несмотря на все эти недостатки, планы Генриха смотрелись достаточно здраво, тем более, что они были подкреплены его авторитетом и репутацией. Но король не мог жить вечно. Согласно хронистам, в конце 1135 года, во время пира после охоты близ Руана, английский монарх съел слишком много миног и вскоре заболел. Его состояние ухудшалось в течение недели, и 1 декабря 1135 года Генрих I Баклер испустил свой последний вздох, оставив королевство Матильде. Однако, в момент смерти Генриха Матильда была занята делами в Анжу, что помешало ей быстро отреагировать на ситуацию. Таким образом, многие англо-нормандские вельможи, собравшиеся на похороны покойного короля, сговорились посадить на трон его племянника, Тиба II Шампанского. Тиба был самым очевидным кандидатом, будучи старейшим из ныне живущих внуков Вильгельма Завоевателя. Однако, еще до того, как в Нормандии были приняты какие-либо решения, младший брат Тиба, Стефан Блуаски, пересек Ла-Манш со своей свитой. Он быстро завоевал поддержку высшего духовенства и широких масс Лондона и короновал себя как нового монарха Англии. Так вот, Стефан не был самым очевидным кандидатом на английский трон, но как младший сын сестры Генриха, он был одним из фаворитов и использовал это в своих интересах, накопив за эти годы огромные богатства и влияние. Скромное покладистое поведение Стефана в сочетании с твердой политической хваткой снискали ему значительное число последователей, и даже его старший брат Тиба в конце концов признал Стефана новым королем. На первый взгляд может показаться, что передача, а точнее захват власти, прошел слишком уж плавно, по крайней мере, по средневековым меркам. Но на самом деле заварушка еще только начиналась.
С одной стороны, Стефан быстро заручился поддержкой церкви и той части дворянства, которая была раздражена браком Матильды с домом Анжу. Но в то же самое время он оттолкнул от себя тех англо-нормандских баронов, которые исполнили свои клятвы верности и встали на сторону Матильды после смерти ее отца. Проходили месяцы, и поскольку ни Стефан, ни Матильда не желали отказываться от своих притязаний на трон, англо-нормандское королевство медленно погружалось в пучину гражданской войны. После смерти Генриха I Матильда закрепилась в Южной Нормандии, получив крепости Домфрон, Аржанте, Алансон и Се. Вот в герцогство анжуйских отрядов, которые начали разорять нормандские земли, вызвал возмущение местной аристократии. Матильде не удалось привлечь на свою сторону дворянство Верхней Нормандии, а успешные действия Галерана де Монфора остановили продвижение анжуйцев. Тем не менее, это не означало, что первые годы пребывания Стефана на троне были из-за этого легче. Целостность королевства во многом зависела от личной власти Генриха, и после его смерти политическая напряженность начала расти. Из-за ослабления центральной власти в Уэльсе началось восстание, которое превратилось в очень серьезную проблему. Однако основная угроза исходила с севера, где другой правитель внимательно наблюдал за последними событиями в Англии. Король Шотландии Давид I, шурин покойного короля Генриха, рассматривал непростую ситуацию с престолонаследием и растущий хаос на юге как прекрасную возможность распространить свою власть на приграничные английские графства. Будучи дядей Матильды по материнской линии, Давид имел удобный предлог для начала войны со Стефаном, и начиная с 1136 года он каждый год устраивал набеги на Северную Англию. Эти кампании не были особо успешными, но они сковали большую часть ресурсов Стефана на севере, чтобы отражать шотландскую угрозу. Обычно английский король лично возглавлял походы против шотландцев, но весной 1138 года он был вынужден подавлять восстание на юге, передав защиту северной границы местным лордам. Для короля Давида отсутствие английского короля стало поводом начать новое вторжение, чтобы захватить Дарем и Йорк. В начале июня шотландцы пересекли границу и двинулись вглубь Нортумберленда, захватывая замки и опустошая сельскую местность. В отсутствии короля, вечно ссорящиеся местные английские лорды не смогли оказать какое-либо значительное сопротивление, и в течение следующих двух месяцев шотландцы уже совершали набеги в Йоркшире, создавая прямую угрозу северной столице английского королевства Йорку. В войсках Давида I находились не только шотландцы и англичане из Лотиана, но также норвежцы и гэлы с Аркнейских и Гербертских островов, нормандские рыцари, немцы и даже датчане. Однако наибольший ужас вызывали у местного населения пикты из Гэлуэя, которые, по всей видимости, отличались особой жестокостью. В отсутствии короля организацию обороны Северной Англии взял на себя Турстен, архиепископ Йоркский, и бароны северных графств во главе с Вильгельмом Амальским, лордом Холдернесса. Без сомнения, это была непростая задача, но престарелый архиепископ сумел объединить англо-нормандских магнатов под этим общим предлогом и призвал к священной войне против шотландцев. Под знаком священной войны против варваров им удалось собрать достаточно значительное ополчение, по некоторым оценкам, до 10 тысяч человек. Когда же разведчики сообщили о том, что войска Давида движутся на юг, английские войска покинули город, чтобы перехватить их на марше. 22 августа английские войска подошли к позициям шотландцев в торфяниках Коуден-Мур, неподалеку от Норталлертона в северном Йоркшире, и разбили лагерь на склоне небольшого холма, который был хорошей позицией для обороны. Расположенное на соседнем холме, английское войско выстроилось в одну большую плотную фалангу. В центре английских позиций архиепископ Турстен установил повозку с укрепленной на ней корабельной мачтой, к которой были привязаны священные знамена с ликами святых Петра Йоркского, Иоанна Беверлийского, Вильфрида Рипонского и Кутберта Дармского. Благодаря этим знаменам сражение получило известность как битва штандартов. Первую линию построения составили лучники, за ними шли тяжеловооруженные рыцари, спешившиеся для участия в битве, а на флангах и в арьергарде расположились отряды ополчения североанглийских графств.
По численности армия Давида значительно превосходила англичан, достигая 16 тысяч человек. Правда, о численном превосходстве шотландцев сообщают только английские источники, поэтому вопрос остается открытым. Также большие потери шотландцев не стыкуются с тем, что после битвы армия Давида осталась на территории Англии и контролировала приграничные области, ну, то есть сохраняла свою боеспособность. Так вот, шотландцы расположились на невысоком холме к востоку от Большой Северной дороги. В войсках Давида находились значительное число нормандских рыцарей, которые владели землями как в Шотландии, так и в Англии, и, соответственно, являлись вассалами обоих королей. Эти бароны, прежде всего Роберт де Брюс и Бернард де Балеон, пытались убедить Давида отказаться от битвы, пообещав добиться от короля Стефана уступки Нортумберленда. Но их усилия не увенчались успехом, и часть нормандцев покинули шотландскую армию. Во время развертывания шотландской армии возник спор о том, чей отряд должен стоять на передней линии. Король Давид хотел поставить в авангарде нормандских рыцарей, однако против этого решительно выступили галуэйцы, гордые своей недавней победой над англичанами при Клитеро. Король уступил и разместил впереди остальных войск яростных галуэйцев, вооруженных лишь мечами, пиками и кожаными щитами. Непосредственно за галуэйцами разместились отряды англо-нормандских баронов из Южной Шотландии и Северной Англии во главе с принцем Генрихом. Третью линию составили гэлы из Аргайла, норвежцы с Гербертовых островов, а также отряды англосаксов из Лотина под командованием графа Гаспатрика. Наконец, замыкало построение основная масса шотландцев, главным образом из северо-восточных областей страны, во главе с самим королем Давидом. Сражение началось лобовой атакой галуэйцев по позициям англичан. Этот маневр, должно быть, обескуражил английских рыцарей, когда они увидели обезумевшую волну воинов без доспехов, атакующих их позиции. Залпы лучников повергли многих галуэйцев на землю, но этого было недостаточно, чтобы остановить их. Толпа вопящих шотландцев достигла английской линии и врезалась в стену спешившихся рыцарей, пытаясь пробить бреши в их строю. Завязалась ожесточенная битва, в то время как Давид наблюдал за галуэйцами издалека. Шотландцы сражались энергично, время от времени прорывая английскую линию в тех местах, где оборона, казалось, ослабела, но англичане успевали сомкнуть ряды и сбиться в плотную стену, увеличивая потери шотландцев. Остальные шотландские войска ждали приказа к атаке, но не дожидаясь отмашки короля, его сын, принц Генрих, командующий тяжелой кавалерией, бросился поддержать галуэйцев. Земля задрожала, когда шотландские всадники набрали скорость, но кавалерийская атака началась слишком поздно, так как галуэйцы, понеся большие потери, уже подались назад. Поэтому, когда Генрих врезался в английский фланг и прорвал строй врага, поблизости почти не осталось шотландской пехоты, которая могла бы поддержать атаку принца. Тем временем, король Давид, видя, что его сына могут отрезать от основных сил, приказал всем своим войскам атаковать, но из-за неудачного выбора времени и бегущих галуэйцев последний натиск так и не состоялся. Принц Генрих и его подразделения все еще были втянуты в бой с английской кавалерией, но в последний момент он успел дать сигнал к отступлению и избежать полного окружения. Несмотря на полную победу англичан в битве штандартов, она не сыграла решающую роль в ходе войны. Давид I со своими отрядами остался на территории Северной Англии, обосновавшись в Карлайле, и вскоре он возобновил набеги на Нортумберленд. Продолжились и осады шотландцами крепостей на англо-шотландской границе. В частности, в ноябре 1138 года был взят в замок Уар. Вскоре началось обсуждение мирного договора, которое было согласовано 9 апреля 1139 года в Дарреме и оказалось крайне выгодным для шотландского короля. Стефан, вынужденный вести военные действия в Южной и Западной Англии против сторонников Матильды, был крайне заинтересован в достижении компромисса с Шотландией и пошел на колоссальные территориальные уступки. В соответствии с Дарремским договором Стефан уступил Нортумберленд Генриху Шотландскому, сыну Давида, сохранив за собой лишь две североанглийские крепости – Бамбара и Ньюкасл. Давид I и его сын, в свою очередь, признали Стефана Блуаского королем Англии и принесли ему оммаж.
Для короля Стефана это было тяжелое поражение, которое было необходимо, чтобы стабилизировать ситуацию на северной границе и бросить освободившиеся силы на юг. Однако, этот политический ход не увенчался успехом. Стефану, как и другим претендентам, не удалось одержать быструю победу, из-за чего английское королевство окончательно погрузилось в пучину 20-летней гражданской войны, вошедшую в историю Англии как период анархии. Уважаемые зрители, большое спасибо, что смотрите мой канал. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и, самое главное, подписываться на него, чтобы не пропустить новые видео. Также я благодарен всем тем, кто поддерживает меня донатом по ссылке в описании к видео. Еще раз большое спасибо за просмотр и вашу поддержку.